В этом году заслуженной артистке России исполнится 50, но ее сердце свободно, несмотря на многочисленные отношения. Дело в том, что практически все мужчины в жизни нашей героини предавали ее, бросали и уезжали в Америку в поисках лучшей жизни. А сейчас она так и вовсе посвятила себе работе и воспитанию единственной дочери. Как сложилась судьба Марии Аникановой и почему она не стала олимпийской чемпионкой?